хочешь. Хотя там, блядь, по-моему, каждый может тебе обосрать Black Hole. Так я пушить. Не в Black Hole счастье? Да. Это нормально. Так, ну и что мне собрать-то такого? Собери что-нибудь такое. Что-нибудь такое думаешь? Что-нибудь такое думаю. Угу, хорошо, я вот тогда вот давай. Так вот. У нас все равно пик какой-то, блядь. Два пацана плотных, они хуй сосать будут, там я вам сразу говорю. Ну, скорее всего, да. Они вот кинут станчик на 100 дамага, еще станчик на 1 секунду и 50 дамага. Не, я знаю примерно таких ребят, которые также закупаются и идут на хардлайн, но, по-моему... Хотя, не знаю, посмотрим, Иван. Может, это реально будущее СНГ доты? Зачем? Вот эти два нижних парня, как ты считаешь? Сейчас посмотрим. Нижние парни. Да? Смотри, действительно будущее. Тычку дал, станчик. Замедлили, станчик. Как пенетрирует? Как они пенетрируют? Когда крипы там пойдут? Скоро, Иван. 8 секунд. 8? Нормально, пацаны. Позадержи их. Хорошо. Не задержал, не? Слушай, что творит, а? Блин, ладно, базар нужно подкачаться. I'm sorry. Чё? It's okay. I'll catch here. Вас ели. Вот это вы прикольно придумали, ребят. Ну. Ну? Ебать, пацаны, что делают? Ебать, что делают? Ебать, что делают? Хочу к ним. Так, а у меня здесь появляются никто. First Blood. Это не First Blood даже. Я заблочу их. Это плохо, если не First Blood. Так, ребят, фактически до третьей минуты я могу посидеть, по идее, здесь, да? Курица же не сможет принести. Иду, можешь опять как на этом играть точно так же. Как? Я здесь сам порешаю. Хорошо. Ну я вот что-нибудь попробую сделать в любом случае. Не надо. Ну хотя бы это, левел получать. Не. Experience. Ура, куда-то бежит. А это ко мне, Октап, на спасение. Rescue. Так. Отдался. Блять. Так оно не тут в итоге есть. Смотри, хочешь, можем вместе. Ну-ка, сейчас посмотрим. Если вот как-то мы... А как разор туда попал? А это с этого спросить, дебил спирита. А ты не хочешь побить крипов оттуда? Хочу. Но сейчас они курицу уебут, если я начну бить. А у меня вижена нет. Ладно, я посижу. Мне не сложно. Я думал, молодец, хорошо. Блин, натурально бок. Морф ебашит Эмбер Спирита. Да, качаемся? Давай. Стандартный якач. Не мета. Кстати, можешь сверху пойти поставить пока. Ты пока вот. Я в струну почекаю. О, ДТ. Я не могу ее сломать, блядь. Блядь, я не могу сломать руну. Блядь, это плохо, дред. Дэмэдж высосу немного. Четыре, хороший вард. Многофункциональный. Ребят, придите на мид, пожалуйста. Вы будущее СНГ доты, я верю вас. На мид надо прийти. Слышишь, тут меня пацан толкает. Он тебя убьет, наверное. Да не. Даже дебил спирит. Хотя он, по-моему, ах, плохо играет. Да, он реально плохо играет. Так. Оп. Блять, ничего еще я воспользуюсь твоим. Блять, дай мне ТП-шку, слышишь? Как? Васа, дай мне ТП-шку, ебать. Как? Дай мне ебаную ТП-шку. Как? Сука, если умер, все. Ёбаный ты, блядь, ёбок. Ёбаный ты, мудак. Андрей, он к тебе, наверное, курлика. Грубиян ты просто, я считаю. А ты уёбок, блядь. Грубиян. И что? Нормально, нормально. Смотри, он ищет, ищет. Полицию не видит. А Варт-то все видит. И курицу убили.
Еще посижу, ребят. I'm okay. No problems. Ёбаный ты уебаный, Иван. О, ребят, руна сверху опять. Пофармил. Опа, почти второй. Ты люзи? Который ты люзи? А вот это не люзи, да, уже? Отходитесь. Нападает на тектап. Блин, они вообще вырезают меня без шансов. Одни ржавики, одни кабиноломатели. Андрей никто не вырезает. Меня никто не вырезает. Фидеры ебаные. И вообще не знаю, что делать. Вайпер с ВД это вообще забей. Три банки в лицо залетает. С ПТ вайпер. Не прикольно играть. Он что-то въебывается там. Он даже не думает, он просто кидает свою вот эту бороду. Блять. Там вайпер. Кого он делает? Ой, ёбаный стыд. Блин, ну все играете, вам клёво. Да, подай вижу мне покачаться здесь. Сейчас. Я второй сейчас буду уже. Ты не пробовал ходить? Какой смысл? Мое похождение заканчивается вот здесь. Ну, перемещение всё-таки. Короче, игра очень плохая, потому что этот... Я не знаю почему. А музыка? Потому что внизу очень как-то все противно, на миде противно, наверху вообще не хочу ходить даже. Да ладно, нормально все будет. Я вообще не могу понять, благодаря чему будет нормально этот раздуль. Честно тебе скажу. Иван, я сейчас в игру подключусь. Не, ну это нормально, конечно, но... Ну ты бы сдал, что здесь происходит. Да я бы не подключался в эту игру. Я бы на твое место сейчас бы стал и сидел. Завидуешь, да? Очень завидую. Знаешь, это плохо. Так, 15 секунд, я подойду. Между прочим, Соби Маска уже летит ко мне. Базилочка есть. Хорошо. На линии еще не было, базилка есть. Да. Между прочим. Так, ну все, я пошел качаться. Так, на линию не пушу тогда? Угу. Я не знаю, куда деться по этой карте, ребят. Пиздец. Почти третий, ребят. Ари, не подсказываешь, что надо было вырезать розочкой лес? Не, это не помогло бы. Там текстуры я не мог пройти. Левее, правее, точнее. Я знаю, Андрей. Бывал в такой ситуации уже? Неоднократно. Попадал в просак. Вордил. Стоял, вордил. Ох, что-то пытаюсь, что-то напрасно я это делаю. Зато у меня реально такое рвение в этой игре, ребят. Я прям сейчас ни одного крипа еще не пропустил. У меня тут пространство для качества. Ни одной руны. Ни одной руны не пропустил. И руны тоже. Это морф дред, помните. Разорик. Дружане твой? У него медас. И он бьет ебало. Да, он нормально. Вот инсейн. Так, он хочет меня убить. Ну, поехал, да. Так, сейчас мы поговорим с ним. Все, ебать, спугнул. Спугнул. Я тебя до слез отбей.
Так, это мы Татауэр, значит, заденайли, да? Блять, на ботинок есть брасер, есть, я не знаю, в чем проблема. Вообще нет проблем, да. Морф на хостел бежит, есть проблема практически? Нет, нет проблем. Думаешь? Ой, он вообще не алё. Ты его только 32 высосал. Да у меня слабенько. Есть БХ? Ну еще бы. Очень плохо. Поехала таточка вообще. Во, во, во. Изи засчитывают, засчитывают. Коин левел 40. Так, ну все, я на базу пошел, наверное. К вайперу, наверное, не пойду. Пойду до базы схожу, вот. Ну, предположим, что я просто саппортил, и у меня реально не шла игра, например. Предположим, что Иван тоже саппортил, и тоже не шла игра. Я лучше наверху бы там сидел, блядь. Че, смотри, как вайпер у меня СПТ набит. Чувачка, у которого щит пропустил. Вверху он, да? Иван, ты зря нам туда идешь. Ну конечно, домой бы. Нам срочно нужен твой блэкхол, потому что он не может перекачиваться в блэкхоле, это наш шанс. Ну если он начнет перекачиваться. Да он начнет перекачиваться. Ну и блэкхол как бы. Слушай, ну в этот раз ноги нет, дредуль. Да. В этот раз не уверен. Ну я попробую. Хорошо. Тяжело. Попытка не пытка, Иван. Стыка выкупается уже. Так, Алю, давай не будем вот с этим вот. Бля, вайпер с Мекой. Там и этот самый с Мекой господин Дум. С Мекой Морфлинг. Вайпер с Мекой. Еще у них дебил спирит есть. Хоть он плохо играет, но он есть. А, это дебил убили. И блэкхол. Да. Он начал прикачивать. А на вич-доктор есть что? Давай. Дух. Чё, в морфу всё, пизда? Не-не-не. Бактер завязал. Андрей, давай, давай, штрекни, штрекни. А сделаешь ему? Ничего не могу сделать. Сделаешь, сделаешь. Тут полдауни, сейчас вообще не сделаю. Бум-бум-бум-бум-бум. Нам станов не хватает в игре. А вайперы двоих убивают. Очень плохо. Там еще дум, оказывается, есть. Оказывается, есть. Блять, не убили, что ли, морфинга? Вот, ну что, вижу ничего? Ой-ой-ой, хорошо. Из-под земли достал, блять, пацана. Так и этот тоже домой. Все, ебать, пошла катка. Пошла. Главное инфу давать первые 5 минут сверху. Будет инфа. Не, вот этого нахуй. Да. Ты ж куда же бежишь? Это говно, слышь, Валера. Я ему сейчас отдоджу, блядь. Я ему сейчас отдоджу, блядь. Вот так вот. Правильно, правильно. У меня есть. Не казывай. Хорошо.
Попал, все, блядь, на меня. Ливану захотел. Видел, напал? Угу. Нахуя? Дурак, не на того, да? Дурак. Будет знать. Так. Блокола минута. Морды оставлю, пожалуй. Хотя у Слаждара там были, по-моему. Са, я прикрываю. Качаемся. Каурью. Давай. Качаемся, давай. Хорошо. Так, морфин, курм. Так. Домой, бать. Прикрывать это хорошо. И, кстати, здесь нету, можно и пропушить. А тут опач, дредач развел нормально, ты чисто хп уже. Плазма филд 4 левела. Иван, а ты сразу в серьезные артефакты пошел? Сразу, я не хочу думать. Ой, сайленс. Ой, хорошо, что не дум не у меня. Я просто благодарен. Я очень благодарен. Нормально, нормально. Я прикрыл. Мы, кстати, товар почти растолкали. Я даже не хочу, чем он меня убил. Не надо. Не хочу. А кто тебя убил? Я убил ли урны, разные проклятия. Вообще, я реально не знаю, чем тебя убило. Но ты как факт мертв. Я все выхилял из стики свои, банку. Па. Но он ничего не умер. Поставил мне Иванчика. Катка идет, идет. Ну конечно, мы их давим. Наверху вайпера можно? Давай, пошли. Через бэкол похуй там, как она будет разобрать его. Хватил его там. Давай, да, потому что по-другому никак, походу. У него еще мека есть, чтобы ты понимал. И у нас тоже есть. Мы его победим. Хорошо же! Мы его победили. Сладкая победа. Так, меня тут не нападут в этом месте. О, морф! Так, а у меня поинт бустер появился, ребят. Интересно. Меня реально уже много. Андрей, я, наверное, не буду дагер покупать. Или нужно? Нет, тут пассивная игра должна быть. Да-да-да, нам особо дагериться некуда. Да я и говорю, что это. Нас вот Эмбер Спирит, будем с ним пытаться защищаться, хотя против двух пацанов с Мидасом тяжело будет. Ну, попробуем. Попробуем. Этот Дебил Спирит, наша единственная надежда. У него большой левел, и он много фидит своим большим левелом. Так, я вот думаю, что купить. ПТ на силу, наверное. Или нет? Так, ну бабки есть, покупай. Я бы на твоем месте еще, может, стики купил бы какие. Хотя, черт его знает, на тебя дум будут вешать. Да, это на силу ебу. Я считаю, что это, блядь, нормально. Уплотняй всеми способами. Так, надо этого пацанчика уже бить. Так, блядь. Выиграли, да? Да. Вот могу быть это приятно. А этот выжил? Чао, сколь. Да. Дан 3 бруска, нормальный парень. Серьезно такой, да? Ой, топ, сори. Кто там бьет? Моя ошибка. А ты выживаешь, Иван? Там пушим такие. Как он собрался здесь? Вайпер. Тап, хуёво тебе сейчас будет. Нормально. Нормально, Ктап? Нормально, блядь. И проклятие. Хорошо, оп, перед смертью. Можем попарить. Я могу попарить. Вон, прикинь, он здесь вот спрятался. Молодец.
Хуесос какой-то, да? Да. По факту, да. Ладно, сейчас мы его скатаем. У меня почти один Battle Fury есть. А дальше чё? Дальше второй Battle Fury, очевидно же. Очевидно. Рошана привязал. Да. Хотел этого, но привязал Рошана. Че нам этот мат, да? Уже хорошо. Половина аганима есть, ребят. На трилова не даст. 5 убили, это че? Блять, они плотные на самом деле, что. О, пошли, пошли, конь расслоился. Он не расстроился. Я там слава этого, думал. Ой-ой-ой. Плохи дела. Ой, как плохи дела. Бежать, бежать, бежать. Энигмочка. Ты не думаешь, что нам надо туда идти? Я тоже. При всем уважении к погибшим. К павшим. Да. Так, я думаю, вот это можно продать, уже не сильно поможет. Вот это купить. Че, 1600 хп есть? Сейчас левел 11, буду врываться. Это кто-то ворваться? Я почти. Надо. Надо так надо. Я умер. Ебать, меня толкнули, хорошо. Чуть-чуть Сайленса спала, хорошо. Вот это, кстати, наш. Мой, точнее, хорошо. Развёль. Давай, его не отпускай, друг. А где он? А, да, не отпускаю. Некуда. Меку, что-нибудь такое адское. Вот это вот, да, нормально. А там еще пацанчик. Ага. Пойду сейчас. Я тоже. Давайте, все тебе, Иван. Ради победы. Да, бежит. Ломаю. Вообще страшно, пиздец. Блять, Иван, по съебам же. Я мне что-то альтам взял. Ты да. Ты зря. Я очень зря. Ладно. А что так сильно меня убил? Буквально вот. А, убил сон. У тебя было. Знаешь, тут сот, наверное, сильно. Там с аганимом уже парень плеваться будет. С аганимом или Этернилом? Вайпер с аганимом. И с Этернилом. Морф? Угу. Уже? Нет, как с тревелами и с медасом. Понял. Ну хотя бы ты тревела и медас, а не Яша и бабочка, правильно? Ну да. Ищем хорошие и полезные стороны. А, ну один Black Hole, в принципе, может и умереть с этим. У меня через 500 аганим будет. Понимаешь, у меня даггера нет, вот что плохо. Да я и не планирую его, потому что... Так, там... У нас казино Knight, если ему повезет, то тоже у меня нормально будет. Шива с Гуард, даст даггер, молодец, какой... Дефин на максимальном уровне. Третий чуть легко не видел. Так, там два пацана, можно брать. Может, без меня не очень?
Тендер убили. Так, лайкер убили. Угу. Я выжил. А я с аганимом. Ладно. Здесь доктор тоже. Ну да, да. Я вообще застану. Или нет? Не буду, не буду. Black hole! Там опасно было. Иван, ну парочку БФчиков, сам понимаешь. Да, 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 да я, ну что, я фармить буду. Даже в такой игре, где нас доминирует. И дум разные есть, распарленные. Да. Там вышки падают у врага уже. Сыпется враг? Да. Так, а еще враг у нас качается дома. Тяжело там. Понимаешь, нападение вообще происходит из ниоткуда, блядь. Сейчас мы рассекретим их позиции. Могу мне тут прожить. Нет. Иван, хуёв тебе сейчас будет? Я вижу. Нет. Вижу, вижу. А есть Black Hole? Давай. Блядь. И он кастанулся, чтобы ты понимал. Да. Самое что обидное. Да. Блять, кто меня бич доктор? Почему он меня убил? Ёбаный брат. Да, Дух, не спеши. Смотри, 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 смотри. Один есть. Слордарочный бежит, бежит, бежит. Хорошо. Это ульт. Ага, ага. Ой, расставил и... И манку. Солуринки стан. Ой, я почти, я был так близок, слышишь? Да не, он мог бы убить вайпера. Да. Лучше я все-таки на дефенс слоты пошел какие-то, потому что... Так это и есть дефенс слоты, по сути, свои. Ну, это аркадные слоты. Да какие дефенс слоты? Это и Таус. Да и Таус я хотя бы что-то вносил бы. Так, сейчас может быть больно. Да, было. Так, ну он без мана сейчас, надо сейчас убивать. Иван, пойдем на миде убить. Пошли, пошли. Кто из них? Вайпер. Хотя лучше морфа забрать, там много. Понял. Давай, давай. Беги, беги. Опять связали скрип. Блять, ну что ты будешь делать, слышишь, дред? Так, морфилинг с прокастом скоро. Опа. Я связал этого. Убегаю. Я тоже пошел сюда. Ушел? Да. Иди. Ну вот, хорош. Дум мы выманили. Вайпер отштрекали. Как следует, блять. Это было очень-очень... неожиданно. И хорошо для нас. Возможно. Так, я пожалуй, у меня осыпаться отсюда. Только так. Так, тут лард. Блять, надо на базе стоять. Да шо не мутят? Дух, отойдишь! Дух! Давайте зарабатываю. Дайте, я походу сдохну. А 10 секунд проживешь. Хорошо. Ебать, я заработал. Здесь а мы перебили, да, Нюр? Да. Там что-то аркада на меня захотели убить меня. Конечно, конечно. Дрянь. Ну вон, эти, блядь, пидоры доиграются еще. Да доиграются.
нахуй сейчас конь просто земли. Так я, пожалуй, себе, блядь, предоставлю эту возможность, блядь. Пойду, наверное, отсюда. Блять, какой слот собрать, на самом деле, мне тут хороший вопрос. Мы Рошана, кстати, можем продать. Можем. Давай стандартный БКБ-ху. Вот я тоже так думаю. Внизу товар не упал. Хотя там столько физического урона, Иван. Там Дагон это делает, Этернал Дагон. Мор. Дагон делает? А, это пожалуйста. Хорошо, теоретически будет, значит, у меня БКБшка, но проблема остается еще вард Лич Доктора, но он вроде как сбивается, несложно. Несложно. Хорошо, допустим, у меня два. БФ. Сейчас будет. Так все, враг может доиграться, реально. А Дум-Дум использовал? Да. Так, ну заваривать смысла их нету. Но хотя... Тиммейты подходят. Но Дум бьет больно. Дум на Чауса потратил. Не себе. Курица, 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 курица! Что это за хаст на хосте его водит? Так, Дум, то есть потратили, да? Да, да. Надо пырскать как-то. Бери бежать. Ну, мне без ульта бэкать смысла мало, по-моему. Ну, надо как-то дефить. Да, да, надо. Я держу, держу. Добро пожаловать в гости, блядь. Как? Ну, не знаю, я, наверное, лишний было морфа утить. Тавр внизу надо будет. А Рошана, наверное, надо? Иди Рошана. Да, давайте Рошана. Левелочки у нас есть, в принципе. Правда, там байбекнулись, ребятки, но у меня сейчас ульта будет. Мне кажется, 16 секунд. Улетел типа, да? Походу. Нет. Че? Бегу, да, 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 пошли. Ну, шило сквард. Как бы на секунду, да, дальше тавр пошли. У меня ульта сейчас закончится. Закончилась, точнее. Я вам все это похилит. Или. Да нет, в принципе, нормально. А, вон там тема. Так, Иван, у тебя денег там много? О, хрусталис. Вот смотри, я нашел братишку одного. Где от того? Братишка больно делает. Кто кого нашел, Андрей, непонятно. Да. Хорошо, что денег много не потратил. Слышь? А там сейчас еще будет. Я не знаю, он меня без шанса вырвал, нахуй. Так и что ты мутишь, уходил бы просто. Как я не мог уходить? В лес бы иллюзию нажал бы, уехал. Вот это... Она замедленная в ноль. Не, ну когда встал. Замедленная в ноль. Когда встал, ты же не был под ультом его. Не под ультом, а под атакой. Но она хоть побыстрее немного. Ладно, похер. Ой-ой-ой, это он зря, блядь. Хотя Ктап еще рядом. Ёбать,
ёбаные криты просто в ебальник. Еще и живет. Спрячусь вместо поступления. Так, и тавр там сдох. Я могу пайп сделать или нет? Ты пайп это зовут уже. Клак, блин. Так, стоим на ХГ, наверное, не хотят. Да они уже боятся, блять. Не, меня там просто не взять, эту хуйню. Одна секунда. Да не, меня эту хуйню не взять. Вон парень. Но мне реально очень хочется БКБ, ребят. На него у меня оно уже есть, в принципе. Есть там расстрел уже пили. Там под мин с арморами их от крита там все сдохнут. Там уже. Дум. Ты морфа можешь ваншотнуть, Иван. Или красный ушел. Че назад, можно все пиздить. Один, допустим. Вот этого бы отпиздить на самом деле. А сейчас пойду. Можно тавр какой-то забрать, попробовать. Тавр за тавр. Да. Если думу убьем... Ой-ой-ой, тут двоих можно уебать. Да, пошли. Блять, розочка вообще ебет. Да. Оп, мор. Вот он, вот он. Блять, он сувейдер. Да вообще похуй на меня. О, видишь, доктор. Хотя я сейчас честно это не полезет, сдохнет сам. Иллюзии будешь брать? Тебе не надо, понял. Ладно. Чё ты плюнул? Чё ты говоришь? Плюнул. Так, а чё, наоборот, время радоваться. Ну да, выбор уже нормальный. Шанс получился. Идёт, точнее. Почти пайп, пацаны. Урончик такой добротный. Ай, стики. Ай, дагер. Ахуй там. Можешь, чтобы на морозе был кол ему? Чё говоришь? Кол, говорю. Да я понимаю, блядь. Ну, здесь опасно принимать. Слардара нет, без него тяжело. Ну, как я мог? Ну, что ты за мясо сплошь лёпнул? Второй догон. Блять, у этого пост лба всё лишь. Настоящий. Не понял. О, Кастан. Нет, Иван, я иду. Блять. Это просто жесть. Этот человек стан, блядь. Нам сложно на базу несет свой свайпер. Все.
базу защитили. Дум не тратил. Блять, Иван, ну правильно сделали, что задавили? Да нет, конечно. Фиданули лишний раз. Окно с бэкнулся, чем снайд. Жаль, его ульта как бы тоже нормально разрубывает. Блять. Да, кстати, меч у нас сильно не тысячу, блядь. Бомбер нихуя на самом деле. На 40 секунд. Вот это грамотно. Вот это плохо. Очень плохо. О, бери. Пойду-ка домой схожу. Блять, БКБ я проебал. Блять, этот стан проебал. Есть не умереть в думе. На подмогу. О, Андрей уже все зайди, значит. Сейчас. В медле тоже. А, в медле тоже стоит. Фистинг, фистинг. Вот фистинг. Вообще хороший фистинг такой. А, это. Нереально выживать, что-то делать, блядь. Блять, Андрей! Герои нацелены, чтобы ебать тебя. Так, лайн приебали. Так, ну я выкупаюсь, надо идти. Я без блокола. Там Рошан нет, чем нового? Нет. Я бы не открылся от Аегиса. Бля, Иван, а чуть осталось для доедался, там если прокнет, то пиздец. Сомневаюсь, они так ходят по одному, и точечные у них все думы, сайленсы. Ну это плохо. А тот же думы его убить. С другой стороны, линии терять нам не особо страшно. Вот на беде желательно убить бы этого пацанчика. Линии терять вообще плевать. 72 секунды выходит. Дагер собрал. Так, что, мы все здесь? Вайпер, цепляй. Mm-hmm. Надо. Бегу, 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 на трасс. Этого видна или на? Рапира. Это брал. Это плохо. А, там рапира была. Рапира? Да, у меня рапира. Нифисуйка. Интересный момент, потому что я бы не рвался. Я с блокхолом. Давай. Как так? Забирай, забирай, забирай. Подожди, не могу взять. Взял. Давайте этого убьем, пожалуйста. Давайте. Что, если он меня убьет, это будет пиздец. Фистинг. Доедал у вас есть, и рапира есть. В принципе, уже ничего. Так. Иди защищайся, Иван. Только мне стики зачем-то отдал. Блять, а как блокхолд тут я не достал? Но я думал, он вкатится как-то уже. Иван, лук нажми разок. Во, все. Можно им, блядь, без стороны поиграть.
Можно и без трех. А хорошая игра получается-то. Да еще не дойдет. Правда, мне кажется, если бы на линии стоял против этого дебил спирита, я бы скорее всего их в соло разъебал, но нет так нет. Я и там, в принципе, постоял нормально. Продумал план на игру, стратегию там. Все это было. Было время подумать? Да, много. Иван, ну я, наверное, не буду тебе мешать качаться. Надо сейвить, Иван, я думаю. Надо, был со мной. Не надо. Надо, надо. Надо, надо. Там Раша нет, да? Не его. Не, они забирали его. Мы вот это вайпера с Эйлисом делали. Надо как-то уже их поджать, на самом деле. Можем их и победить, изи. Ну, нам надо в пятером быть. И тебе надо нижний лайн пропушивать. Какие-нибудь травала можешь купить. Хотя ты, в принципе, и без рапиры сможешь им пиздать, так что лучше на байбек оставь. Да. Блять, не надо драться только, Иван, алё, блять. Чего не надо? Чего не надо-то, ёб? Я сейчас думаю, прыгнут дадут просто. Дум наверху. Да? Да? От этого я улечу. Дум наверху, а вон и вайпер. Будет его приклеить? Блять. Вот это плохо. Тут рапира, блять, чуть-чуть не хватает. Хватайте рапиру вверх, где дефти. Лол, да хватайте вы. Вот так вот. Вверх просто нам несут. А здесь я не знаю, если честно, как мы въебали. Чё, вверх байбеков у нас нет, походу. Ударь же ты его, блядь. И критуда. Критуда. Ну, вообще реально базу ломает. Дальше он будет общаться с думом. А вот здесь уже рапир не поможет. Короче, нас выебал Вич-доктор, ребят, всех. Да. Опа, сразу дум. Он будет с рапирой. Ничего страшного. Хотя у нас базы не останется. У нас трон сейчас начнет атаковать. Говорил же, блять, не надо нахуй здесь драться, когда мы врагов Иван. Не видим. Да. Все 6 столповые. Там все убивают меня. Абсолютно все. Морф, да, поэтому один, нам надо нам врываться, чтобы тебя не видели. Потом врываешься, один раз магию даешь и всех убиваешь, блядь. Не. Вообще не. Это был не Паланар, Иван. Это слишком. О, это минус 45. Слишком не так.